Друзья, думаю, будем благословлять, продолжать наши действия. Как я уже говорил, Евгений Александрович очень плодовитый автор, он пишет очень много и очень всегда интересно. Я думаю, вы вот то, что сейчас прозвучало, вы убедились в этом. И вот очень жаль, что временно нас покинул Станислав. А дело в том, что Станислав не только он у нас участвовал в программах, он неоднократно играл. И много, и даже из того, что сейчас прозвучит, из трех театральных несколько пьес играл. Но Станислав еще преподает в детской музыкальной школе имени Рубинштейна, что в Петергофе. И я, честно говоря, нашей незабываемой Татьяне Викторовне, кто является его начальницей, говорил, приглашайте педагогов, потому что это то, что будет звучать у нас, сам Евгений Александрович адресует прежде всего учащимся музыкальных школ. Музыкальных школ, там, студентам и так далее. Главным образом для домашнего музицирования и адресованы учащимся музыкальных школ, студентам музучилищ, а также любителям игры на фортепиано. Честно говоря, вот этот цикл я в программке назвал альбом. Это и есть альбом из трех тетрадей. Вот, в частности, первая тетрадь, вот, которая сейчас будет звучать. Таких тетрадей три. В каждой по 6 пьес. И не случайно название песенки без слов, это немножко, кто музыкой занимался, знает, что у немецкого романтика Феликса Мендельсона есть песни без слов. По-моему, там 6 тетрадей, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня. И вот явно вдохновленный Мендельсоном, Евгений Александрович решил написать такие вот пьесы, которые могли бы подойти, да, для домашнего, так сказать, салонного музицирования. И первая тетрадь открывает весьма такая пьеса, с моей точки зрения, я ее никогда не слышал, честно говоря, этот цикл полностью никогда не исполнялся. Никогда. И какие-то фрагменты, авторы, есть даже на сайте запись автора. Именно в исполнении автора. И какие-то, еще раз говорю, играл Станислав. И все. А полная, вот сегодня, можно сказать, премьера полностью всех трех тетрадей именно в нашем концерте. Первая пьеса называется «Луна в моем окошке». И я еще раз представляю вам Анну Червонооченко. Пожалуйста. Thank you.
Спасибо. Следующая пьеса, это довольно-таки, с моей точки зрения, романтическая картина. Вот недавно, вроде уже закончились «Белые ночи». Свидание, разведенные мосты. Можно так себе нафантазировать. А можно сказать по-своему, свои какие-то фантазии на эту музыку. Пьеса называется «Двое». Пожалуйста. Thank you.
Честно говоря, я сейчас вот посмотрел, я немножко ошибся, когда представлял вообще весь цикл, говорил, что нарисовано 6 тетрадей. Не 6, а 8 тетрадей по 6 пьес. Вот. А Евгений Александрович написал пока только 3. Следующая пьеса такая, тоже довольно-таки... Вы, думаю, заметили, что у Евгения Александровича, в общем-то, романтическая музыка. Да. Вот. И «Тетушка темнота» фантастическая, романтическая. И вот следующая пьеса, это вот как представляю себе поле. Вот когда я в детстве жил на даче, выхожу, поле, бабочки, цветы. Класс. Воспоминания такие небольшие. Пьеса называется «Бабочка и цветы». Thank you.
Большое спасибо. Это сборник от старинного минуэта до джаза. Там действительно начинается от каких-то отсылок к Клементи, которому будет, кстати, в следующем году будет юбилей, до откровенно джазовых тем. Вот сейчас то, что вы играли, Станислав, джаз-вальс Голливуд, это именно оттуда, с того сборника. Вот. Ну а сейчас следующая пьеса цикла первого, так сказать, первой тетради. Сейчас так, мне кажется, действительно, вот смотрю на название пьесы, мне действительно кажется, что у нас сегодня вечер с друзьями. Я прав? Да. Ну вот, пожалуйста, Аня, вечер с друзьями. Пьеса, я даже покажу, уже вижу название круто написано. Все отсылает к тому самому вечеру вальсов. Помните его, Станислав? И вот там эту пьесу исполнял сам автор. Вот. И это небольшой, так сказать, мостик. Я люблю такие мостики делать. В первом отделении звучала пьеса «В Париже цветет миндаль». Вспомним еще раз о Париже. Пожалуйста.
И, честно говоря, первая тетрадь заканчивается, осталась одна пьеска. Ну, хотя бы рассказать пьеска. Мне кажется, она не очень простая. По крайней мере, для исполнения. На слух-то она, конечно, очень красивая, очень. И Станислав ее играл. И Аннушка уже играла на закрытии нашего сезона. И автор, честно говоря, довольно-таки высоко оценил исполнение Ани. Вот. Это самая, так сказать, петербургская, по-моему, пьеса из «Погомец первой тетради». «Птицы над заливом». Пожалуйста.